я уезжала, как так? Я уезжала, я вы украинец, я украинка. Я уезжала в Мукачево, там как его Карпаты назывался отель, мы там 3 месяца жили, но там цены пиздец были, типа на номер это такое, блять. И мы потом 3 месяца там пожили, потом уехали в Германию, там 2 месяца пожили, вернулись в Харьков. Планировалось перекрашивать. Я хочу в пряди ебануть, в синий, очень жестко. Я уже пыталась, типа, как его покрасить, но оно не осветлилось достаточно хорошо, и у меня, типа, ну, немного, но видно было, но сейчас... Вообще, пора бы обновить, типа, причем, ну, как, может, покрасить реально. Требуется свои правобудные малышевые оккупанты. Да то понятно, ну, блядь, расскажите кто-нибудь, чтоб... Но мне кажется, это невозможно, это уже нереально. Их там зазомбировали так, что... Реально уже вряд ли что-то поможет, если у них уже какая-то позиция есть, и не знаю, что надо, чтоб... Надо, чтоб Путин сдох, и тогда все нормально будет. Хай, хай. Хай, хай. Солнце, здорово всем. Всем здорово. О, нихуя села с онлайна, уже тут 75. Я прям не заметила. Не узнали слово поляныти. Так как узнали? Ну, типа, знаете, сколько видосов вообще? Знаете, сколько, типа, людей сидит тут с VPN? Они ж слышат там, ну, как слова там, эти поляныти. Они там что-то пытаются говорить. Что-то поляныти. Что они там еще полуныти. Они что-то там пытались повторить это. Дайте мне... Да-да-да-да-да! Покажи лампу оранжевую. Не знаю, она стоит у меня на этих, на стакане с кисточками. А одна более-менее, типа, это новая, это уже, наверное, ей полгода. Я ее когда-то уже в ремонт относила, там провод оторвался, его потом это... И за ЗОЖ. Да ну как за ЗОЖ? Я не ем, ну, типа, я не жру, наверное, еду нормальную. Но ЗОЖ это, типа, здоровое питание. Или Нет, ЗОЖ это здоровый образ жизни. Ну, здоровый образ жизни это, наверное, с питанием вместе. Я, ну, типа... Квинка с Томом. Ананас, идите. Полгода это много. Полгода? Да, блядь, я хз. Мне свет вещей за 2016. Добрый ранок, всем здорово. Не, ну полгода, не знаю, для меня полгода... Я, блядь, как это сказать? Как это правильно сказать? Привет, всем здорово. Ты из России. Хороший бы очень вопрос. Я из Харькова. Спасибо за розочку, спасибо. Я с Украины, все. Уже 100 раз ты сказала. Сейчас любимая песня, либо исполнитель. Не знаю, нет таких. Я все подряд слушаю. Вообще мега подряд. Ну, типа, нет любимого чего-то. У меня, ну, никогда не было там каких-то этих... как их, кумиров там что-то. Прям каких-то любимых там исполнителей, актеров. Я всегда, типа, ну, могу там следить за кем-то в инсте, там, подписан быть на кого-то, человек там интересный. Но вот прям, чтобы он один был, и чтобы я прям так восхищалась, ну, не знаю, нет такого. Салат ФКС Центра. То есть немецкая песня, графия, привет, необычная. Я дефолт, вы что? Вы что? Вы что? О, подарок, спасибо. А давайте, кто мега богатый, давайте цель эфира, кто хочет, а? О, сюда, спасибо, спасибо большое. Спасибо за маленькую корону и за 16 тикетоков. Дякую. Рамкой обойдешься. Это что? Дефолтный... Я, ну, типа, дефолт на Насткве, правильно, ник пишите. Он для вас, я он по-русски написала, чтобы читабельно было. Вы все равно неправильно его читаете. Бум-бум-бум. Слава Украине, героям слава. И посмотрите.
Нет, нет, нет. Я до того, что твой стресс по человеку. Привет, здорово всем. Всем здорово, всем привет. Почему именно такой ник? А какой мне надо было написать? Ну, может, я что-нибудь когда-нибудь поменяю, но мне кажется, нет. У меня такой ник изначально в инсте стоял, и, ну, типа, как-то мне понравилось. Потому что, ну, как написать еще Настя, куча А в конце поставить, или там точек, или что-то, ну, как обычно ники придумывают. Блин, не, не пойдем. Может, я соберу пока горячее. Григорьевич, хочу мою студентку. Ну, хотите. Прикольный ник, мне тоже нравится. Привет, всем здорово. Всем привет. На инс подпишитесь быстро, все. Не знаю, устала говорить. Пум-пум. Блять. English. Ну, немножко. A little. A little English. А ну, давайте попробуем с англичанином поговорить. Нам подпинут в инстумации, что подписались. Привет, здорово. Давайте попробуем с этим. Тут англичанин зашел. Давай. Давай что-нибудь. Марк, я хочу... Ой, а я тоже много чего хочу. England, Америка. Hi. Давайте. Давайте мы какой-нибудь. Are you in Ukraine? Yes, I'm in Ukraine. Hello, what city are you from? I'm from Kharkiv. Kharkiv. Как он будет? Kharkiv, наверное. What are you doing? Streaming.